Как сделать акварель, краски акварель. Привет, я Дарья Поздняк, и сегодня я хочу вам рассказать, как при покупке акварельных красок в тюбиках можно немного сэкономить. Смотрите, я очень люблю использовать сочетание краплак плюс сажа газовая. Я все время его мешаю и во всех своих работах использую. Но чтобы намешать этот цвет, я трачу довольно много времени. И я решила изготовить полностью этот цвет самостоятельно. В Невской палитре есть похожий цвет, называется перелен фиолетовый. Итак, давайте попробуем смешать. Я возьму краплак красный светлый, возьму пустую кювету и зубочистку. Выдавлю сначала краплак, потом буду добавлять по капельке сажу газовую. Не заполняйте полностью всю кювету, оставляйте место, потому что вы будете добавлять тот или другой цвет для получения нужной пропорции. И обязательно проверяйте кисточкой получившийся результат на бумаге. И добавляйте заново того или другого ингредиента до получения нужного результата. И смотрите, какой у нас результат. Получился очень красивый цвет, вот именно такой цвет я использую. Сравнение этого цвета с переленом фиолетовым. А теперь сделаем вторую смесь. У меня есть вот такая неаполитанка, я мало ее использую, и я решила попробовать намешать цвет дюны. В Невской палитре есть такой интересный цвет дюны. Мне стало интересно, получится ли он у меня. И давайте пробовать. Я добавляю в неаполитанку сажу газовую и тщательно перемешиваю. Добавляю и перемешиваю. И пробую получившийся результат на бумажке. В конце видео я вам покажу несколько вариаций смеси, которая у меня получалась в процессе смешивания. И давайте посмотрим результаты. Вот в центре у нас цвет дюны из Невской палитры. И вокруг него 4 разных оттенка. Это разные пропорции этих двух цветов. Где-то больше неаполитанки, где-то больше сажи газовой. Все цвета очень красивые, хоть они от дюн немножко отличаются. Дюны немножко в желтизну уходят, а мои цвета, они без желтизны. Но мне такой вариант нравится даже больше. И еще на этой выкраске мы можем видеть краплак плюс сажа газовая в сравнении с переленом фиолетовым. Цвета отличаются, но тем не менее они оба яркие и красивые. Если вам неохота покупать перелен, но при этом вы используете краплак и сажу газовую, они у вас есть, то вы можете совершенно спокойно намешать себе сами аналог этого цвета. Если вам понравилось это видео, подпишитесь на канал, чтобы не пропустить новинки. А с вами была Дарья Поздняк и до новых встреч!